Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, почему собака может рыть лежанку, мягкую мебель или пол. Если ваша собака периодически превращается в крота и начинает будто бы рыть норы по всей квартире, то это абсолютно нормальное поведение, и для него есть причины. Дикие собаки в природе постоянно роют берлоги. Берлога у собак – это небольшое углубление в земле, которое помогает им слиться с пространством и дарит ощущение безопасности. Этот древний инстинкт может иногда просыпаться в вашем питомце, даже если он той-терьер и от диких собак ушел ну очень далеко. Собаки – те еще любители прятать пищу на черный день. В естественной среде обитания собака закапывает еду где-нибудь в уютном местечке под деревом, а когда подступает голод, откапывает ее и съедает. Возможно, ваша собака пытается проделать то же самое и у себя дома. Отсюда попытки рыть пол вокруг миски и прятать косточку под вашей подушкой. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Собака может царапать какой-либо предмет, чтобы его пометить. У собак между пальцами есть железо, вырабатывающее секрет. У каждой собаки он индивидуален. Так что, когда ваш питомец что-то роет, он оставляет на этом свой запах, помечая свои границы. Если бы теоретически в ваш дом забежала другая собака, она бы сразу считала эти метки и не стала претендовать на чужие владения. Если вы хотите отучить своего питомца от привычки рыть пол, то необходимо создать комфортные условия для собаки. Если ей будет удобно и она будет чувствовать себя в безопасности, у нее будет меньше причин рыть норы, оставлять метки и прятать еду. Почаще гуляйте и играйте со своим питомцем. Прогулки и активные игры помогают собаке задействовать ее природный потенциал и выплеснуть энергию. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.